Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы в саднике Олуха. Третий день, 25 рун я забираю. Отлично. Так, ну что, сегодня мы будем дальше продолжать события проходить. Так, Беззубик, 83 уровень, друзья мои. Открыто новое путешествие, наконец-то. Теперь можно найти яйцо Яйцекуса. Или Яйцекуса. Наверное, Яйцекуса все-таки будет правильно. Ну что, я, наверное... отправлю его туда сразу же бесплатно. Окей. Так, что у нас тут? Древесинка. Так, давай-ка, малыш, лети дальше. 225 миллионов древесин. Ничего себе подарочек. Так, всех отправим по делам. И даже тебя. Так, древоруб, столом, пускай за древесиной летит. Так, ну давай посмотрим, что нам принес наш малыш. Наша сарделька. Так, ничего хорошего, да? Ничего хорошего, проверьте драконов, пускай летит. Так, барсик. Барсик нам приносит 12 рун. И по итогу нам достается... сколько? 12 рун. Так, я, наверное, отправлю его дальше в приключение. Так, кривоклык. Тусклый янтарь, да? Ну, естественно. Что ты можешь еще мне принести? Тусклый янтарь на блюдечке. Шея бесплатно. И грамгилья. 12 рун. Ну что ж, неплохо. Пускай летит налево бесплатно. Что у нас тут? Отказываемся от выгодного обмена. И отказываемся вот от этого обмена, потому что это невыгодный. Друзья, это нисколечко невыгодный обмен для меня. Блин, что-то я смотрю, у меня кнопки перестали работать. Приближение и отдаление экрана. Так, ладно. Кревет, громобой, барс и вепрь. Чутка ресурсов. Даже железо выпало. Так, 6 монет Одина. Шторморез, шипорез, шепот смерти и ресурсы, как всегда. Так, ну здесь все. Давай смотреть тогда дальше. Громобоюшка, за рыбкой лети. Скалотряс за древесиной. Принцесса за древесиной, пускай тоже идет. Так, кревет. Кревет, давай-ка за рыбой лети. Так, давай дальше смотреть. 95 миллионов. Нам надо прокачивать его по большому-то счету. Он будет неплохо нам приносить вообще рыбу, если мы его дальше прокачаем. Так, пока мы его отправляем. Буйволорд. Тоже лети. Так, наши эпические легендарные драконы. Давай тоже отправим его на поиски. Этого тоже до кучи. Так, и тут. Ну-ка, получится у меня. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ну что же, отправляем его дальше на обучение. Модификрылка, лети. Сейчас посмотрим, что нам здесь выпадет, друзья. О, 80. Прикинь, 80 железа сейчас выпадет нам. Конечно, держи карман шире, да? Вот тебе загадочный пак. И радуйся до пенсии тебе. Так, монетки Одина. Шепот смерти, кревет, шторморез. Ну и немножко ресурсов. Я отправляю его тогда дальше в приключение. Так, ну что у нас тут? Ничего себе мы понаполучаем здесь сейчас. Давай. Так, и получаем с тобой награду. Ну еще пока вот здесь заберем. И события. Нифига себе. Вот это круто. 500 этих орнаментов.
50 этих, еще 250. Слушай, ну это круто. У нас уже 1000 почти. Да, 1020. А что мы тут с тобой хотели? Ну, этот у нас есть, брюхоглот. Вот скорохода, по-моему, у нас нету. Посмотрим, пока будем копить, ребят. Не будем тратить на паки. Здесь завершаем обмен. А я могу еще заказать? Могу. Плюс открываем здесь пак. Редкий. Шторморез, чудовище, древоруб, острозуб, барс и вепрь. Открываем обычный. Ну что, друзья, остается у нас только лишь событие. Так, сейчас я найду это письмо. Значит так, у нас должно было быть два события. Угроза драконий корень, которую мы с тобой начали в прошлый раз. И стремительное против свирепых, это новое, что у нас доступно. Поехали, начнем. Так, и сразу же у нас мини-босс. С лету, как говорится, да? Ну что ж, давай. Поехали. Ах ты, жук ты навозный, на тебе. Слушай, вам не кажется, вам не громко, нет? Как-то громковато, по-моему. Давай звезданем. Готов. Ну что ты там делаешь? Слушай, наверное, вот начнем с тройного удара. У меня даже здесь почему-то кнопки не работают. Ладно, ничего страшного. Ну что ты? Тут надо хиляться, ребят. Так, хильнулись, укусик сделаем сюда. Блин, неужели сейчас это... Нет. Я думал, он будет сейчас делать суперудар, но все-таки змеевик опередил, так скажем. Ладно, добиваем здесь. Ну что, шепот. Это последняя волна, так что крышка ему, ребят. Вот и все. Легкий мини-босик на самом деле оказался. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам выпадает. Выпадает нам с тобой ареновский пак, который содержит новичков. То есть такой легкий пак. Двигаемся дальше. Ну, здесь обычный поединок, после которого мы получаем, опять же, ареновский пак, только содержит, который уже редких. Сколько волн? Покажи мне, пожалуйста. Две. Отлично, меня это устраивает. Начнем, наверное, с дымодышащего. Именно с него. На-ка тебе. И не выпендривайся. Так, лаврык пока нас не волнует вообще никаким образом. Добиваем. Отлично. Так, ну этот страж у нас как раз для нашего кривоклыка. Это жертва. Поджаем броню. Делаем атаку. Ай-яй-яй, мог бы добить, конечно же. Так, и кусаем, все. Вторая волна, ребят. Здесь шепот смерти, начнем с него, наверное, да? А уже потом с костоломом будем разбираться. Окей. Так, ну что ты там? Закривлялся, давай сюда бомбанем. И сделаем легкий отхил. Так, сейчас у нас будет барсик. Ой, в общем, мы его сейчас распишем, этого костолома. Раз, два, сразу же понижаем броню и... Да ладно, кривоклык, ты должен был его на один зубок просто чпокнуть и все. Ну ладно. Давай так добьем. И здесь нам выпадает прилив сил. Слушай, нас что-то тут балуют приливами сил. Неужели настолько будет сильный босс? Так, ну что, а, нет, ребят, содержит новичков. Такой же обычный пак, который содержит новичков. Ничего в нем заурядного нету. Так, мини-босик. 50 рун мы еще с тобой успеем захватить. К
как раз будет вовремя и в тему. Так, ну что, тройной удар. Ну, громобой, конечно, мешается нам, но пока потерпит. Тут главное вот этого забомбашить. Раз, два. В минус. Так, ну что, громобой, давай. Наверное, нам надо будет хильнуться, я так понимаю. Так, отхил. Атака. Кусаем. 16 у нас прилива сил, прикинь. Немало, да? Е. Такс. Громобой плюс, опять же, шепот. А громобой будет, наверное, по... Я так и думал. Лечим раны. Надо его быстренько расписать по полной программе, чтобы он тут не выпендривался. Как ты думаешь? Он сейчас... Ага, вот, они поменяли тактику. Что очень хорошо нам помогло. Ну все, шепот. Даже не крякай здесь. Даже не вздумай. Все, друзья мои. Да ладно, всего 75 миллионов рыбы. Это мало, очень мало. Погнали. Так, у нас еще две энергии, да, получается. То есть мы получаем 50 рун, и потом у нас еще один поединок будет. Вот это, конечно, бесявый чувачок, но он зеленый страж, поэтому мы его пока трогать не будем, а начнем вот с шустрых. Давай вот так вот сделаем. Обалдеть, сколько здоровья мы у него отняли одним фаерболом. Готов, хлопчик? Так, давай сюда теперь. Понижение брони. Кусаем и добиваем. Так, вторая волна у нас. Слушай, ну вот этот вот жесткий именно в плане укусов. Он больно кусается. Хотя синего мы бы разобрали быстрее. Окей. Да ничего они тут нам не сделают. Во, видишь, усилил себе атаку. Значит, все-таки я вовремя стал, да, делать, чтобы бомбить его. Приступили. Ты посмотри. С одного укуса половина хп барсику снял. Нате вам. Все. 112 миллионов древесины. Окей. Забираем с тобой 50 наших рун, честно заработанных. И переходим на последний поединок. 3750 рун у нас уже. Ну, грубо говоря, почти 4000. Это классно. Это классно, потому что нам еще 5000 рун нужно добыть. Ну что, приступим, пожалуй, с Громорога. Угу, они первые ходят. Погнали. Надо будет посмотреть еще, когда будут свирепые против стремительных, сколько там... Ну, какое-то событие, долгое или быстрое. Надеюсь, что очень быстрое. Я бы сказал, даже короткое. Ты смотри, а? Жучара, что творит? Успеет еще что-то сделать, а? Противный. Хиляемся. Так, переходим на последнюю, вторую волну. Ох, подожди, еще не добили даже. Так, здесь у нас кревет и шторморез. Я думаю, всем, наверное, понятно, что я начну с кревета. Шторморез еще подождет. Это не к спеху. Так, и добивка. Ну что, шторморез, здорово. Коль не шутишь. Че там заерзал? Заерзал он мне. Так, наверное, хильнемся. Вот и все. Нам выпадает пак необычный. Ну, в принципе, здесь и все. Энергии у нас больше нету. В следующей серии мы допроходим это событие. Ну, а сейчас плавненько переходим к следующему. Это у нас
Стремительный против свирепых. Давай посмотрим, короткое оно. Да, оно, ребята, на одну заходочку. Так что поехали. Думаю, мы быстренько сейчас все с вами это пройдем. 150 рун. Кстати, здесь разыгрывается, это очень круто. Поехали. Так, две волны. С кого начать? Давай, наверное, с этого начнем. Змеевик потерпит, надеюсь. Так, хильнуться мы пока не сможем, к сожалению. Но ничего страшного. Добиваем. Ну что, змеевичок, здорово. Давай побутарим, коль такое дело. Ты посмотри, посмотри, что делает, а. Удар хвостом. Выпендриваешься, да, значит? Вот и кончился выпендреж. Так, вторая волна. Погнали. Так, я, наверное, сделаю отхил. Барсику. Барсику достается, понятное дело. Смотри, а. Оба. Блин, этот еще я так себе повысил. Ты не есть хорошо. Слушай, ну это последняя волна. Я думаю, что громобой... Он еще и промахнулся. Громобой один здесь не справится с нами. Тем более мы отхиливаемся, все. Ну что, выпадает нам рыба. Не так уж и много, конечно. Ну ладно, пускай будет. Ну что, двигаемся дальше. Опять у нас здесь новички. Потом элитные. Шторморез, крылатый ужас, пристиголов. Так, а там у нас содержат элитных. Ну, тоже так себе пак. Меня больше интересует конечный итог. Самая последняя награда, которая здесь будет. Начну, пожалуй, вот с этого. Выпендривается, посмотри, а. На-ка тебе. Жаль, мы его не уничтожили. Ну ничего. Сюда тоже. Да я же хотел, ну блин, ну нажимал же специально, чтобы он понизил ему броню. Ну, видимо, не дожал, да? Фу. Я тебя умоляю, ты еще и промахнулся. Так, хиляться нам нужно. Ну давай залечим немножко раны. И добьем. Все. Здесь у нас кто? Опять этот, да? Ахламон. Опять он здесь прячется. Блин, жаль, не добили. Так, змеевик там. Этот змеевик похож больше на этого. На стальной капкан. Его можно было бы уже давным-давно истребить. Даже можно было бы слепоту повесить. Хоп. И добивка. 150 миллионов рыбы. Но это уже приемлемо, да? Это уже нормально. Так, забираем с тобой элитный пак. Шторморез, крылатый ужас, пристиголов, шипорез, громобой защитник, экзотический шепот смерти и кривоклык. Я еще раз говорю, ребят, у нас кривоклык, по-моему, быстрее всех прокачивается и набирает мощь. Потому что постоянно он выпадает нам. И это очень круто. Так, а вот здесь с кого начать? Наверное, вот с этого толстопуза начну. Не нравится мне он. Так. Ах ты фаербольчиками там своими балуешь, да, значит? Значит, ты фаерболами балуешь, парень. Я тебя понял. Блин, по-моему, барсика сейчас потеряем. Нет, слава богу, пока не потеряли. Но сейчас все красные, да? Ну, правильно, это же против стремительных. Ну, давай. Смотри, что творят, а? Хотят распинать, но не получится у них. Ничегошеньки. Я, наверное, сделаю сюда удар. Вот так теперь.
Ну что, Сколотрясик, давай погутарим. Давай. Ой-ой-ой. Выпендривается еще. Ты посмотри, как выпендривается. На. Вот и все. Здесь нам выпадает древесина. Немножечко, совсем немножко древесинки выпало. Но зато мы забираем 150 рун. Да-да-да-да, дайте нам их. 3900, ребят, 4000 почти в кармане. Так, ну что, идет мини-босс, потом пойдет уже босяцкий и в конце самая вкусная награда. Сколько здесь волн? 2, слава богу, а не 3. Ну, блин, тут их трое теперь. Поехали, начнем с этого. Хотя, ребята, все красные, как бы, сильные. Все красные, это сильные. Угу, еще вытворяет. Так, этого мы с тобой уже почти уничтожили. Все. Так, значит, тут у них костолом. Плюс вот этот. Отлично. Сейчас этот будет делать разбег свой. Соответственно, кого-то глушить. Это не так страшно. Куда ты вот лезешь, а? Тебе сюда звали? Лезет он из-под тишка. Сейчас опять кого-то, да? Нет, я думал, что он будет глушить, но он не стал. Ну что, смотрим, кто у нас тут. Тут кревет, два кревета. Давай-ка вот с этого начнем. На всякий случай все-таки хильнусь. Подожди-ка. Оу, промахнулся, отлично. Один из них промахнулся. Ну что, давай, кревет. Смотри, что творит. Усиливаешь, нет, парень, так дело не пойдет. Давай-ка без всяких там усилений. Теперь начнем с этого. Промахнул, что-то он какой-то второй или третий раз уже промахивается. Раз, два. Так, давай-ка бомбанем. Хоба. Ну и остается последний. У нас тут креветик. Босяцкий, так сказать, мини-босс это, да, у нас? Это у нас мини-босс. Вот и все. Делов-то на копейку. И здесь нам достается, ага, рыбы. Достаточно много, ребята, нам выпало. Так, и последний поединок, наконец-то. Поехали. Тут у нас босяцкий. Сколько волн, пока не знаю. Надеюсь, 2. Да, ребят, 2 волны. Тут еще мини-боссик, как ты видишь, да, затесался у нас. Ну, ничего страшного. Так, начну, наверное, с громобоя все-таки. Так, кревет. Сейчас они тут сходят все. По разику. Бомбанем сюда. Офигеть. Кривоклык, ты красавчик. Просто уничтожил этого хламона. Кревета. Опа, Барсик, держись. Держись, родной. Не падай духом. Так, ну змеевику тоже крышка. И остается вот этот кревет. Что нам сделать? Мы можем сделать следующее. Смотри внимательно. Вот так вот. И все, ребята. И он у нас на крючке. Представляете, что было бы, если бы он попал бы по нам бы вот всей вот этой своей энергией? Да-да, ты правильно догадался. Крышка бы нам была полная причем. А так мы спокойненько его разберем. Даже еще хильнуться успеем. Вот что я тебе скажу. Красиво. Так, а здесь у нас, в принципе, ничего сложного опять же нету. Два кревета только что. Ну, один уже не жилец, как ты видишь. Так, они мне Барсика обижают. Эй! Барсик, держись. Давай, наверное, этого уничтожим.
чтобы не мешался нам. Сейчас фаербол прилетит. Хм. Масуха, масуха, ребята. Твою же налево. Ну что ж, мне придется опять Барсика залечивать. Потому что у него меньше всего здоровья было. Ну и что, победа все равно здесь за нами. Этот охламон... Тихо ты. Неужели уничтожит? Вот, ребята, это вот, конечно, вот этого я не ожидал. Этого я не ожидал вообще. Что ж, теперь придется нам вот этого разбирать потихоньку, полегоньку. Да. Смотри, что творит, а. Еще вытворяет. Фаерболами своими бомбит по нам. А нам придется еще хильнуться, кстати. Ну давай, давай. А что ж ты фаербол, а что ты фаербол-то свой не потратил, а? Я думаю, выживем, наверное, мы, да? От его фаербола? Да, выживем. Теперь берем его в слепоту. Так, так. Ну сколько ему еще? Ну немножко осталось, получается. Все, добьем. Сейчас добиваем его. Ну и поздравляю нас, мы прошли это событие. Так, что нам здесь достанется? Прилив сил. Ну, спасибо большое. Так, друзья, забираем последний пак. Вот он, собственно, персоны. Он прилетел нам на почту. Ну что ж, давай открывать. Шторморез, костолом, чудовище. Дальше у нас идет необычный пак. Крылатый ужас. Ну, он нам не нужен. Он у нас есть, поэтому я его отпускаю. Дальше у нас идет... Так, рыб... ну рыба-то понятно. Древесина. У нас все полностью древесина с рыбой. Давай открывать. Угу. Рубин восхода. Ну что ж, поставим его туда, этот рубин восхода. Пускай, ребята, красуется. Его, правда, не видно из-за домика. Но зато мы знаем, что он там у нас есть. Так, а вот теперь пора отправлять. Хотя подожди, подожди-ка. Лучше мы, знаешь, что сделаем? Не отправлять будем, а... прокачивать. 50 железа? Да ладно. Твою налево, нифига у вас тут расценочки. Так, это барс и вепрь, вернись. Лети, тренируйся. 25 железа. Так, а он у нас... А, он у нас на обучении как раз и находится, да, получается? Так, надо забрать здесь рыбу. И древесину. Да вы чё, вы издеваетесь, что ли? 94 железа. О, ребят, я не знаю, что это. Мы такими темпами далеко не уйдем. Где я возьму столько железа-то им? Где вообще я смогу столько добывать? В таких вот объемах. Так, иди обучайся. Иди, иди, тренируйся. Да, ребят, не знаю я, вот если честно, где мы будем с вами добывать столько железа. Может быть, модификрылка бы нам помогла в этом деле. Если мы, например, вернем и начнем прокачивать. Ну, потихонечку. Потихонечку, не спеша. Почему что, очень как-то... Так, этого тоже пускай летит, обучается у нас.
Кто-нибудь еще хочет обучиться, нет? Летит уже, обучайся. Ну что, друзья, пока все на этом. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!